вспоминать, как рука в руке. Заяц, иди сюда. Чего ты начинаешь? Чего ты меня позоришь? Ты же обещала бросить КВН. Так я же не пью. А, ну ладно. Аня, что происходит? Кто ты такой? Здравствуйте, я Артём. И кто это, Аня? Ты что, дурак? Мы с тобой только что знакомились. Я Артём. Я последний раз спрашиваю, кто это? В общем, мальчики, это мой парень, и он будет играть с нами. Ее парень с нами будет играть. Я не согласен. Все, дрыщ, короче, капец тебе, понял? Не надо! Давайте лучше песню споем, а? Так вот же он, счастливый. А знаешь меня ты, любая девушка узнает себя. Здравствуйте, товарищи родители. Вот ваш ребенок. А что так мало? Это весь? Ну, налоги. Друзья, давайте посмотрим случай на телевизионной программе «Форт Боярд». Здравствуйте, я лучший ведущий России Николай Балуев. И я сейчас... Так, стоп, камера, стоп. Николай, сколько можно? Паспорту иди сюда. Сколько вас там осталось? Осторожен, помните. Друзья, недавно, ну я знаю, что вы все знаете, мисс России стала студенткой из вуза Эльмира Абдразакова. Девушек. И на ее месте могла быть практически любая. Давайте представим, что было бы, если бы мисс России стала, например, так, ну кто-то, ну, например, я. Итак, первое интервью после победы. Здравствуйте, и сразу хотелось бы спросить, господи, как вам... Вкус победы. Ну, дальше. Ладно, тогда сразу следующий вопрос. На что бы вы потратили 100 тысяч долларов? Я учусь в ГУПСе на факультете мировая экономика и право, специальность финансовый кредит. Если я положу 100 тысяч долларов под 11% годовых на депозит, то пробухаю. В нашей стране очень много проблем, и одна из них — это дураки и дороги. Итак, представьте, на дороге. Ай, господи. Ну чё ты, коза, ёлки-палки, навстречку-то вылетел, а? Ну чё ты в машине там сидишь? Все, сейчас фары тебе все повыбивали вообще. Спасибо.
я тебе скажу. Ну и как мы проблему решать будем? Дорогие друзья, в женской сборной России по академической гребле осталось всего 7 девушек. 6! Друзья, открытая лига Новосибирска открыла свои двери для множества команд. Мы хотим пожелать удачи всем командам и, конечно же, процветания этой новой лиги. Аля, ты куда гребешь? Финал. А? Какой финал? Сезон! Thank you.
Ребята, так это же не лампа, это любовник. Нужно с этим что-то делать. Давайте позовем рюкзачка. Рюкзачок! Рюкзачок! Любимчик повара?
пизда. А белый есть? Нет. Нету? Хе. Ну-ка, дрончик, просканируй. О, у кого-то телефончик. В семье преподавателя английского языка. In English, please. I am and my girlfriend Masha. Как беременна? Pregnant. Что? Так, отец, иди сюда! Ты вообще слышал, что он только что сказал? His girl is pregnant. Да. Ага. Еще раз мать сигареты спалит, ты у меня рожать будет. Шутка, шутка. Команда КВН Иван Иванович. Встретимся в сезоне, и это не шутки. Почему отец, спросите вы? Все просто. Спонсором нашей команды является отец Никиты. Отец Никиты. Больше ролей для сына. Друзья, если вы вдруг в середине выступления услышите нелепые шутки, это как раз таки из личного архива отца Никиты. Отец Никиты. Лучшие шутки в сезоне. А что мы вообще здесь делать будем? В смысле, но в КВН играть? Это как на гуслях? Это как у Гусмана! Друзья, я чувствую, что пора начать. Стартуем! Ой, извините, я убрал там немного. Итак, наша первая миниатюра. Выпускники, между прочим, африканские выпускники встречают рассвет. Ловчика наша Ивка, мировая попа, как раз на этой будке медведю пасть рвёт!
Че обо мне, да обо мне. Сам-то как салага на гражданке. Дорогая, понимаешь, много времени прошло и... Да. Я женился. Вот оно как. Не дождался, значит. Овца ты, Лёха! Выступление. Мы очень рады видеть вас в этом замечательном зале. Очень рады. Ой, подождите, ребята, совсем забыл предупредить. Фух. Ну, на самом деле тяжело говорить, я пару дней назад расстался со своей девушкой, и она как раз сегодня в зале. Хотел сделать ей сюрприз, можно? Да, давай, конечно, давайте. Так мило. Да, реально, правда. Привет, милая. Попробуй начать все сначала. Ты газа куда прешь? Нет, нет, подожди, не так, не так. Покажи, что она потеряла. О, не-не-не-не, не то, не то. Докажи ей, что ты не маменькин сынок. Алло, мам, я не твой сынок. Нет, стоп, нет. Ударь ее, бей, давай. В смысле, ударить ее? Бей. Она же сильнее меня. Сильнее в нее надежда. Нет, нет, Юля, все, решил. Дорогая, прости, мы действительно не можем быть с тобой вместе. Ну, не переживай так, ладно, ну что говорят, весь зал перед нами, не плачь, не надо. Понимаешь, я нашел другую. Сцену открытой лиги КВН города Новосибирска. И я ухожу к ней, прости. На сцене была команда «Камердинер» и «Отец». Спасибо. Yeah.
Хорошо. Хотел бы лезгинку научиться танцевать. Можно как-нибудь по-быстрому научиться? А нет, правда, тут три движения, ты быстро научишь. Сам. Короче. Руку поставил, руку вытащила. Вот пошел, 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 пошел. Базару нет, красавчик. Да я не поняла, а что ты устроил какую-то школу учения танцевания лезгинки, блин? Давайте хотя бы представимся. На самом деле у нас очень интернациональная команда. У нас есть немцы, украинцы, русские, узбеки, монголы, татары. Алло, Сай, я врезалась.
Почему? Я отжимаюсь. Так, либо ты сейчас приезжаешь, либо мы расстаемся. Видимо, едет. А такая ситуация могла произойти на любой лестничной клетке. Здравствуйте, вы в Бога верите? Ну да. Ну да какого черта ты в 6 утра на лотку постелета топишь? Ну я как бы и иконку прибивал. Хотите, ребята, я хотела с вами поговорить. Вот что вы такое показываете? Надо быть ближе к людям. Так. Какая маленькая, умненькая девочка. Команда КНДК, вот такие маленькие, умненькие. Поддержкой мэра города Сочи. Толик Пахомов! Собственной персоной! Мэр города Сочи настолько сошел с ума, когда осознал, что через его деньги проходят такие бабки на Олимпиаду. Чтоб не стал, как другие, там покупать себе дом на островах, а построил огромный межгалактический передатчик и отправил сигнал в космос. И вот мы здесь. Ну то есть нам надо просто лигу выиграть, да? Да. Ну так давай! Ну так давайте погрузимся в космос, господа! Господа! Итак, представьте, через 50 лет Якубович все еще ведет поле чудес, но он уже совершенно сошел с ума. У вас есть право выбора. Приз! Либо 15 тысяч рублей, либо приз. Приз! Давайте, короче, не будем откладывать это в долгий ящик. 500 тысяч или приз? Приз! Друзья, я ни разу в жизни такого не делал. Миллион рублей или приз? Приз! 40 тонн песка в студию, скорее! А увидев нашу следующую миниатюру, Господь вернул рыжим их души. Итак, представьте, Иосиф Виссарионович Сталин неожиданно стал добрым. Товарищ Сталин, дела такие. Город разваливается на части. Рабочие не хотят работать на своих заводах. Баррикады уже строят. Что делать будем? Всем конфет. А увидев наш
нашу следующую миниатюру, пятиклассник Стас на несколько минут стал блаженным крыжовником. Итак, представьте, интервью с сосиской. Ну что, можете рассказать немного о себе? Угу. Какой же я дурак! Случай в автобусе! Мужчинка, это не вы тут пятитысячную уронили? Да, спасибо. Молодой человек, я не могу вас так больше обманывать. Помните, вы 5 лет назад в придорожном кафе «Березонька» обедали? Вы тогда больше заказали, а я вам перловку принес. Итак, представьте, у главного героя фильма «300 спартанцев» внезапно заболела нога. Но это же безумие! Это не безумие! Промоутера к раздаче листовок. Аркадий Валерьевич, не пойду я на улицу, -47 людей вообще нет. Андрей, мы тебя сейчас оденем нормально, и ты пойдешь раздавать. Смотри, Валя. Во-первых, это носки. Я дам тебе 3 пары носок из клея и пыли. И как это меня спасет? В носках содержится экстракт Брюса Уиллиса, он же экстракт жужуба. Поднимаемся выше, и мы видим ноги. Здесь нужна совершенно новая кожа. Ну в смысле? Осуществим пересадку армянской кожи с обильным волосяным покровом. Ну, может быть, другие альтернативы найдем? Шорты. Шорты? 1000 лет назад, находясь в предсмертных агониях, маленький мальчик рассказал мне эту историю. 10 000 лет назад этой истории еще не было. 500 лет назад Иван Грозный подарил жене куртку, чтобы извиниться за убийство сына. Все, 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 пусть будут шорты, хорошо. Что будет сверху? Шуба. Просто шуба? Просто шуба? Она даже не выцарапана из камня, на ней нет свастики, и она не под селедочкой. Нет, это шуба, она же теплая, дурачок. Поговорим об оплате. За каждые 100 розданных листовок ты получаешь готовое ИП. В смысле индивидуальный предприниматель? Нет, Андрюша, Искитинский портфель!
который совершенно не умеет намекать. Здравствуйте, доктор. Присаживайтесь. Вы, главное, не беспокойтесь, все будет хорошо. Он не жилец! Главное вам сейчас пойти домой и отдохнуть. Не выживет! Вы не переживайте, мы даем ему нормальные лекарства. Безнадежно! Что? Что? Мой нежный кот, ты даришь запах, но не тот. Что это за песня? Это еще не все крутые песни, не все. Есть еще. Давай, самую. Три танкиста, два хороших друга, ну а третий все-таки с гнильцой. Что это? Друзья, ну и напоследок. В одном магазине среднего скамового продавщица и не менее хамоватый покупатель. Здрасте! Здрасте! Лицо накрасьте, давно не виделись! Давно не виделись? Дали ей это своей, скажите. Дали? Вот, между прочим, из-за тебя весна и не наступает. Чего это из-за меня? Чучело на масленицу не сожгли, как нужно было. Вот я вообще женщина поражаюсь. На двух работах человек работает. И значит, моя кассирша она, и значит, товарняк с рыбы разгружает она. А, это парфюм ваш, наверное. Извините, можно один нескромный вопрос? Да-да. Вас с утра фура не сбивала? Нет. Значит, у вас реально такая талия? Так, женщина, не хамите мне. Хорошо, мужчина, давайте, что вам подать? Мне, пожалуйста, самсу. Что вы делаете? Самсу. Да нет. Веду одну хмолотую продавщицу к себе домой. Что с вами? Да я мой его проглотила. Дорогие друзья, как хорошо, что вы решили создать такую замечательную игру. Очень понравилось. Мы даже хотим здесь остаться, если честно. Это потому что мы крутые! Нет! Это потому что кто-то все деньги на такси проездил. Но мы не отчаиваемся, ведь нашей команде сегодня день рождения. Нам сегодня 3 года. И как же здорово, что на наше день рождения открывается такая замечательная лига. Ух ты, подарок! Ну потому что мы крутые! Да! Но потом мы оделись и стало все нормально, да.
Но есть в нашей команде одно но. А я не знаю почему. Алло, Арсен, алло, Арсен, Арсен, алло. И че-че, и че-че. Это Наташа. Че? Арсен, у тебя сейчас ухо слипнется. Ну, ухо, Арсен. Ну, я тебе милости говорю, оно у тебя слипнется. Ребята, Арсен вам хочет кое-что сказать. Наташа, ты какая-то неромантичная. Вот я, например, уже 6 лет парня из армии жду. 6 лет ждут только из тюрьмы. Ну нет же. Я вообще-то очень романтичная. Меня, например, мой парень о батарею бьет. Ну хотя бы об розовую. Ну, конечно, я просила. Ну что ж, друзья, весна, любовь, поехали! Арсен, заводи. Ну что же, скоро лето, и все стараются выглядеть лучше. Представьте, две подруги. Одна из них худеет, а другая толстеет. И вот они встают на весы. Блин, овца! Мать не видела сына 40 лет. Молодой человек, купите семечек. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Даже батюшки бывают романтичными. Привет. А ты веришь в Бога с первого взгляда? Нет. Тогда ты не ездила на Каене. О, Господи, я уверовала! Момент, после которого не хочется есть. Вот ваш суп. А уже сел, да? А к Олимпиаде в Сочи выпускают новую 100-рублевую банкноту. Но мы считаем, что дизайн старых купюр тоже пора изменить. Итак, смотрим. Чирик! Бамбос! Сотка! Филин! Друзья, а этим номером мы хотели сказать, что в нашей стране на одного работящего мужика 2 певца приходится. А я не знаю почему. Алло, Арсен, ну сами закопайте, я на каблуках. Ну, на даче картошку копают. Так, ребят, стоп. Какая картошка? Какие деньги? На дворе же весна. Вчера он еще снег шел, а сегодня уже лужи. Вот вчера еще март был, а сегодня уже апрель. Вчера мы еще просто так учебу прогуливали, а сегодня мы уже в КВН играем. Команда КВН полюбит, с каждым днем все лучше и лучше.
У нашей команды есть традиция петь песни перед началом каждого выступления. Давайте ее слушать. Это различные музыкальные штуки. Например, представьте парень, который работает на швейной машинке под дабстеп. Сейчас не об этом, друзья. Так понимаю, у команды тоже что-то есть. Вчера видел из контакта музыку, прям скачивали. Да, у меня есть. Представьте, Crazy Frog записал саундтрек к фильму «Убить Билла». Двигаемся дальше, друзья. Оля, может, у тебя есть что показать? Когда я соединяю руки, начинает играть песня группы Любэ. Что за бред? Смотри. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить. Вот. Оля, держи себя в руках. Оля, не в этом смысле. Так, Никита, я вижу, твое лицо жаждет что-то показать. Ну, меня дёр. Представьте, Эннио Морриконе ищет на пианино ноту Си. Так, хватит! Давайте все вместе похлопаем Никите, замечательно. Могу. Итак, представьте, парень с камнем в башке. Да, конечно. Представьте, Терминатор немного не рассчитал. Ребята, вы больные, что ли? Чего вы показываете? У вас есть что-нибудь нормальное вообще? Да, у нас с Никитой как раз есть песня. Что еще за песня? Представьте, Филипп Киркоров на концерте внезапно оглох. Покажем что-нибудь нормальное. Оля, объявишь? Оля! Ну, просто... Все, объявляй. А сейчас максимум фантазии на концерте у бурановских бабушек. Thank you.
национальную песню, и я ее спою один. Не, подожди, Лёш, я тоже хочу петь. Я вообще тоже хотел. Я вообще... Так, все, финальная песня, поехали. Что деньги в карточке снял уже? А то
себя. Ребята, ну что,
Need for Speed. Сюда иди. Да-да, ты, сюда иди. Слышь, пацан? Ты что, проблем хочешь? Это, Пашка, я, наверное, пойду, а то что-то поздно уже. Ты сейчас гребешь у меня, понял? Ты еще его батя домой зовет. Дурачки такие на сцену с чемоданом вышли. Просто там у нас то, чем действительно славится Томская земля. Там земля. И вот вы знаете, мы приехали в Новосибирск в пятницу, и уже сейчас чувствуем себя здесь, как рыба в воде. Сашка, подожди. Вот сейчас сугробы растают, и точно будем как рыба в воде. Команда КВН «Антресоль». Всегда приятно что-то найти. Я понял, я голая женщина! Никита! Команда КВН не
была Таркан. Кто? Ну, певец Таркан. Мне это вообще ни о чем не говорит. Ну, Таркан. Ну, Варя испортила мне сейчас весь образ, могла бы хоть подыграть. Ну, давай попробуем так. Друзья, есть очень много звезд, которые раньше были популярными, сейчас нет. Их даже сейчас они не появляются перед камерами. Итак, представьте, Таркан портит стены турецкой мэрии. Таркан, что вы делаете? Тут же камеры! Ну, наконец-то! Никита, хватит, а! То есть не хочу? Нет! Ну, я и не хочу. Дорогой, ты ничего не замечаешь? Секундочку. Ты купила новые туфли, шорты, может быть, блузку, сменила работу, расщепила перили, переустановила Windows, прищемила собаку, покрасила тополь, занялась паркуром, расчесала манту, вылила ведро, купила тетрис или, может быть, у себя платье новое? Да, у меня новое платье. Какой ты у меня молодец. Все замечаешь. Дорогая, вот что со мной произошло, ты не заметил? Секундочку. Побрился! Да как она это делает? Ты вообще... Привет. Чем маешь? Болезнью. А это боль. У меня есть для тебя отличное предложение. Идем в регистратуру и заводим одну историю болезни на двоих. Вообще, ну вы думаете, что вы говорите, какое поликлиника в конце концов? А лишь бы тебе баночки. Ну? Мае. Урод ненормальный. Вот фифа! Девушка, вашей тете донор не нужен вас! Но абсолютно каждый мужчина думает, что он готовит шашлык лучше всех. Нет. Женщина, не видишь, мужчины важным делом заняты. То есть не поможете? Нет. Ну и ладно, сама все сделаю. Дорогие друзья, открытая Вика Новосибирска. Ребята, смотрите, это Настя. Она считает, что у меня накачанное тело, и я классно танцую и очень похож на Таркана. А знаете, кто она? Иногда голая женщина. Никита! Команда была на месте, где мы ищем, ищем себя. Как to make the call. Инженера, друзья, важно будет первый точно. Тыщ. Бортика, все здорово, весело. Продолжает, друзья, наш фестиваль. Открытый, Лиги Новосибирска. Наконец-то это случилось. Очень здорово. Я чувствую, продолжаем. Ой, нифига себе!
Вы что, Павличенко пригласили, что ли? Извините, молодой куряк, можно вас? А я что ли? А что, курятов много? Это Аршавлин, Аршавлин. Аршавлин? Да вы все русские на одно лицо. Ну-ну. Ладно, как говорят на родине у Баира, поскакали! Have a good time, Каждый молодой деревенский парень должен впервые завалить свинью. Спокойно, успокойся, опусти нож. Thank you.
сказать в конце. В России две беды. В нашей команде 9. Сборная России, будем знакомы. Спасибо! Ведь наша команда есть сильная. А чё, они реально в доте сильные? Точно! Есть поющие. Только рюмка водки на столе. О-о-о! Кстати, в доте так и называется. О-о-о-о! Ещё в нашей команде есть близнецы. Ну, от разных матерей. Кстати, сегодня у нас есть объявление. После этой игры мы приглашаем все команды на бузы. Новое слово дня. Бузы. Бурятское национальное блюдо. Repeat, please. Слышь, а я чё? А ты чё? Я ничего, ты чё? Я ничего. Чё? Всё. Ну всё. Между прочим, именно так проходят политические дебаты у нас в Бурятии. Короче, сборная Бурятии паковая. Погнали! Привет, гусюшки! Ну что ж, оказывается, и такое бывает. Бурят что-то перепутал на рынке. Но так как они стоят дорого, мы решили создать собственную
Чё? Я ничего, ты чё? Я ничего. Чё? Всё? Мы всё. Тренер, мне кажется, я в этих штанишках выгляжу слишком полненьким. А ты самокритичен? Вот таких бы парней сборной России по футболу. Полненьким? От вашего поклонника. Здравствуйте, уроды. Здравствуйте. Так вы что творите? Тренер, я просто... Ты зачем вышел? Уходи! Итак, друзья, в конце нашего выступления мы, буряты, хотели бы поднять очень актуальную для нас тему. Показывайте, а? А ты...
ты, кстати, Кулаков, ты где 2 недели пропадал? В церковно-спортивном лагере. Врешь. Да вот тебе пресс! Молодец, молодец. Ну что, дорогие друзья, мой оркестр юмора готов. Скрипки готовы. Барабаны готовы. Пельмени готовы? Конечно, готовы. Ну что, дорогие друзья, будем начинать месье Лябуль. Экскурсия по городу. Веселимся! Здравствуйте, добрый вечер! Начнем. Парень ждет свою девушку на улице, и вот уже 3 часа. Дорогой, привет, я опоздала. Опоздал? Посмотри на часы. Посмотри на часы, я тебе говорю, а! Я 3 часа стою на улице. На улице минус 30 градусов. А ведь ровно 3 часа назад мы должны были встретиться и купить мне что? Что? Подштанники! Двигаемся дальше. Школьник заполняет тетрадку 1 сентября. Тетрадь ученика 10-го, 11-го класса по математике. Петрова, дай корректор. У меня нету. Овца! Как же я люблю тебя, мое маленькое солнышко. Как смешно, маленький папашка. Между прочим,
Мы вчера писали диктант, и ваш сын допустил столько много ошибок, сколько своей молодости не допускала. Хотя Сочи 80-й Арсен, это ты тащишь меня на Арсен. Извините, пожалуйста, ручку уронила. Марья Ивановна, а почему у вас татуировка Зенита на пояснице? Так у меня муж за Спартак болеет. Все вы прекрасно знаете, что год пролетит быстро, время на раскачку нету. Я ваших детей до 11 класса тянула, но дальше как-то полторашка. Нет, да? Хорошо. Тогда увидишь, что я вашему сыну в дневнике написала. Видел. Но я жена. А, ты, блин, попытка не пытка, а? Лесопоин, да ладно, бог с ним. Кстати, брат Сверов, вы в курсе, что я вашему сыну вчера двойку за четверть на три исправила? Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Беги за пивом. Ну, пиво в карман тоже не положишь. Так ты трешку не бери, зачем? Возьми 0,5 маленькое, но залезь в карман, сам на вас все. А, так все, за мной приехали, родительское собрание подходит к концу. Всем большое спасибо, я хотел... Будет награждение. Фанфары давайте включайте. Ну что ж, почетной грамотой награждается заслуженная артистка Советского Союза Наталья Крачковская. Друзья, ваши аплодисменты. Что такое, Натальи нету в зале, но может быть есть кто-то из родных или близких? Да вот же брат-близнец Натальи Крачковской. Что делаете, да? Открытая линия, серьезное мероприятие. Давайте закончим ее как красиво. Ну что, дорогие друзья, сегодня был фестиваль открытой лиги Новосибирска. Это очень важное мероприятие. И хотелось бы пожелать всем командам удачи, чтобы они дошли все до финала, всегда веселили зал, все показывали хороший уровень КВН. И... И как тебе заканчивать? Давай, вот без этих ладошек, ножек своих сейчас. Короче, звукач, смотри, DSD, Program Files, Games, Music, XXL, Counter-Strike. Вот так песню включай. Спасибо.
сегодняшнем фестивале. Из-за садинов ничего. А я? Привет, Скупсик! Скупсичек! И чё? Да, да. О, так и рад уже. Всем добрый вечер, всем привет командам болельщикам. Давайте поаплодируем болельщикам, что вообще пришли. Зрители, очень весело, динамично, позитивно, по-новосибирски, так, под дабстепчик, плясали, хлопали. Это мы любим, да. Да. Вот, сказать хочу спасибо команде сборной Бурятии, на самом деле, то, что много их на сцене, и на самом деле, это здорово, что мы из Новосибирска. Я не правда все буряты. Ну да, ну то есть, там надо развиваться, расти, больше смешных шуток, ну вот, из Скупсик, это классно. Ну, вообще, все молодцы, но больше всех порадовали школьники, вот сегодня. Ездили на школу КВН. Вот. Это и еще. Да, потому что они не играли в других лигах. Да, я еще хотел бы сказать, ребята, снимите очки. Хочется увидеть вашу мимику, ваши эмоции настоящие. Вот, да. Без очков вы будете гораздо круче выступать. Это вам серьезно. Да, не стыдно. Спасибо всем за фестиваль, было здорово. Надеюсь, в сезоне будет. Спасибо, Павловичу! Здравствуйте, еще раз быстренько скажу, что было очень много всяких отметок. А это даже... Клякин Александр, друзья, поаплодируйте ему. Это Клякин. Вот, но всех перечислять не будем, да, действительно, очень взгрели, удивили. Водник и школьники, вам отдельный респектос. И на самом деле огромная благодарность всем, кто организовал вот такую тусовку сегодня здесь. Я очень надеюсь, что на всех играх будет так же много народу и так же весело на сцене. Спасибо. Спасибо, Александр. Я Владимировна. Владимировна Ручка, пожалуйста. Спасибо. Очень радует, что появилось много команд, которые доселе не совсем были известны, но мне, по крайней мере. И немногих я видела. И спасибо огромное залу за такую теплоту. Это лучший зал вообще в последнее время. И большое спасибо командам за хорошее первоапрельское настроение. О, спасибо, Владимировна. Мы решили не сразу чиновники, чтобы выступили, а уже потом снова КВНчики. Друзья, действительно, не так часто в моей скучной чиновничьей жизни бывают такие веселые часы, поэтому я думаю, КВНу быть. Спасибо Томску, спасибо поселку Горный. Отличные ребята. Правда, было очень здорово. И я думаю, что обновленная городская лига будет нас радовать. И мы, думаю, наметим еще пути развития. Ну и в Сочи поедет, я думаю, лучшая команда. Ребята, вы очень клевые. Спасибо. Спасибо, привет. Вы сказали, меня позовут, поэтому я уже... А, все хорошо. Или что? Отнесешь, если что, да, друзья? Ладно, здрасте. Здрасте. День города, друзья. Совсем недавно в телевизоре я смотрел, а ты сейчас стоишь такая классная. И не узнать-то совсем. Ну да ладно. Друзья, спасибо огромное за замечательный фестиваль. Вот просто аплодисменты моим вам. Потрясающе. Наконец-то КВН в Новосибирске возрождается. Мы встаем с колен. Поднимем с колен. Поднимем с колен. Так уже смотрите, мы даже не на коленях. Мы уже стоим очень уверенно, мы смешные. Аплодисменты еще раз, ребят. Класс. Давай. Как подсказывают мне, ребят. Очень круто. Вот кто-нибудь видел такие декорации в Новосибирске хоть раз? Кто-нибудь видел такую тумбу в Новосибирске хоть раз? Да. Да мне Васильевич завидует, простите. Короче, друзья, у меня просто такая небольшая миссия. Платон наделил меня полномочиями. Ну все, не рассказывай. А что делаем? Так я, пацаны говорят. Короче, призы от Рок-Сити. Призы от Рок-Сити. Призы от Рок-Сити, друзья. Да, у меня есть замечательные карточки, которые дают бесплатный вход. Каждая карточка аж на 2 человека. Я решила разделить эти карточки между двумя командами. Самая танцующая команда – команда Алоэ. Аплодисменты, друзья. И самая поющая команда – село Рублевка. Мне кажется, вот этим двум командам прям самое место клуб. Надо плясать, танцевать, пацаны потом перекладывать. Им можно. Так, идем дальше. Диплом на получение поощрительного приза. Вот эта бумажка даст вам вкусность. Правильно, Платон, я понимаю? Да. Короче, в баре можно обменять. Получает человек из команды КВН снова Алоэ. Конферанс
эмигрант, который вот был человек. Вот. Это ты. И сегодня ты будешь сладким мальчишкой, мне кажется. Так, идем дальше. Следующий приз команде «Депортировать белку» за желание играть в КВН. А вот этот диплом... Так идите сюда, давайте, давайте. Идите сюда, сразу забирайте свои призы. Депортировать белку, команда «Алоэ». Вот это попало в деле. Это «Алоэ» у нас и не рублевка. Держи, вот это твое, это твое. И можно сразу звать сюда команду «КВН ДК». Отдельный большой приз, он действительно будет большой, Платон обещал, за шутку «Амбал». Команда ДК из «Водника» за «Амбала» просто было сильно смешно. Это вам с удовольствием, парень, отменяйте класс. Друзья, еще раз огромное всем спасибо, давайте играть в КВН. Много-много есть смешно. Давайте, чужие коллеги, все рекорды. Новые заслуги. Для этого я хочу пригласить на сцену представители оргкомитета Открытой Лиги Новосибирска Сергея Галкина и Георгия Рженкова. По нашему университету, конечно же, я не все расскажу. Друзья, всем добрый вечер еще раз! На самом деле, можно музыку погромче, просто я поаплодировали. Такая класса атмосфера, звук, Открытая Лига Новосибирска, привет! Специальные интереснейшие призы предоставили наши партнеры и спонсоры. Перво-наперво давайте разберемся, собственно, с гриль-баром «Шашлыков». Потому что сегодня с легкой руки Алексей Коряка предоставил нам 3 сертификата в гриль-бар «Шашлыков». Соответственно, поклонки, друзья. И получат сертификаты «Лучшая актриса», «Лучший актер» и «Команда за лучший номер». Да, но я предлагаю сначала наградить команду за участие, а потом уже перейти к самому сладенькому. Поэтому давайте в новом стопе прям. Команда «КВН Фокус» награждается за участие в Открытой Лиге Новосибирска. Вы хлопайте, хлопайте, друзья, хлопайте. Быстрее, быстрее, быстрее. А вот и лучше, да, давай я. За участие сборная «Сгубса». «Сгубс». Вижу, да. За участие команды «КВН» Иван Иванович, друзья. Воу-воу-воу. Хлопаем, хлопаем, друзья. Камердинер и отец. Тяжелое название вам тоже. Команда «КВН» «Алоэ». «Алоэ». Вот это тебе. И ДК. Команда «КВН» «ДК». «ДК». Твоя? Есть Wi-Fi. Я тебя нашел.
нет, позови именно сначала. Конечно, друзья, у нас много очень партнеров и друзей. Хотелось бы на эту сцену для вручения пригласить Исаева Эмина, который представляет нас молодежное движение «Абания». Всем здравствуйте! Привет, Эмин! Давно не поднимался на сцену родного вуза. Вот так вот. Наш проект учредил вот такой приз. iPod Nano 7G на 16 гигабайт. Мы решили, что звукач — это тоже часть команды и прям неотъемлемая часть команды. И команда будет не такой смешной без звукача. Вы согласны со мной? Сегодня многие звукооператоры очень-очень сильно старались. Некоторые команды... Некоторые перестарались. Некоторые слишком перестарались, да. Но, тем не менее, мы смотрели, чтобы команда и звукач прям чувствовали друг друга, чтобы команда была смешной и звукач не подводил. И мы решили, что эта команда... Точнее, не команда, а звукач команды... Кстати, его надо будет сюда пригласить. Иван Иваныч! Вот, звукач! Делать и слушать, даже подрезать немного музыку, сразу готовить ребятам. Теперь ты более прокачанный звукач. И еще такое небольшое, да? По итогу сезона, то есть команда какая-то, чемпион поедет в Сочи, а звукачу мы подарим еще и MacBook. Этой команде. О, проект молодец! Здесь сегодня я буду лучше. Все, всем спасибо. Спасибо, Эмин, я нас наказаны. Спасибо, Эмин. Спасибо. Есть еще у нас небольшие специальные призы. Потому что есть большие специальные призы. Да, есть на самом деле не только шутят со сцены, но и жюри себя тоже весельчаки такие, друзья, КВН. Да. И продолжая слова Сергея, есть у нас человек, который является постоянным фанатом КВН с 1982 года. Друзья, открою секрет, этот человек играл в КВН, когда многих из нас еще даже не было. Да, в общем, он знает, что после хорошей игры КВНщикам хочется вкусно покушать. И специальные призы за стремление. Два ведерочка салата оливье. Вот так. Без заправки. Да, без заправки. Остается двум командам. Команде КВН «Село Рублевка» за темные очки. И команде КВН «Депортировать Белку» за стремление и волю к победе. Вот так вот. Если у вас есть компьютер, если нету, идите. Да. Клайер.ру. Клайер.ру. Да, предоставляю сертификат на форму лучшей команде победителя сегодняшнего фестиваля, первого фестиваля открытой лиги Новосибирска. Это команда КВН. Да, вместе, скажем, подожди, репетируй. Давай, давай. Воу-воу. Фейл напрашивай. Сегодня вечером в Рок-Сити на вечернем Умбрате и черном КВНе. Ну а сейчас передаем слово нашему ведущему Александру Новикову. Друзья, спасибо большое. Хотелось сказать всем и людям, которые принимали участие в организации, людям, которые играли, людям, которые просто пришли и посмеялись здесь. Друзья, все друг другу, давайте похлопаем.
из всех городов России. Места хватит. Ну а теперь, по традиции, для завершения нашего замечательного праздничного фестиваля, заключительное